Здравствуйте, в эфире ЮНьюз, новости на телеканале ЮТВ. И для начала коротко о главных событиях страны и региона на сегодня. Республика Башкортостан находится на 16-м месте среди всех регионов России по социально-политической устойчивости. Такие данные предоставил фонд «Петербургская политика». Присвоение оценок давалось с учетом положительных и отрицательных факторов. Играла роль конкурентоспособность, наличие системы регулирования социально-политических разногласий и конфликтных ситуаций, взаимоотношения с федеральным центром, а также играли роль итоги различных исследований и рейтингов. Таким образом, с учетом всех плюсов и минусов, Башкирия набрала 8 из 10 возможных баллов и оказалась на 16-м месте. Вместе с нашей республикой аналогичные показатели у Тюменской и Воронежской области, Республики Саха и Мариэл. Остается добавить, что первое место в рейтинге занимает Мордовия. На последнем 73-м месте находится Татарстан. У региона только один положительный фактор – вхождение в тройку лидеров среди российских регионов по инвестиционной привлекательности для немецкого бизнеса. Ну а теперь переходим к основным новостям.